Я считаю, что мораль и нравственность нужно защищать, но не менторскими способами. Не говорить, что вот это так, это так. Мне кажется, что верный и правильный путь у кинематографистов Великобритании, Англии, да, Англии, Соединенных Штатов Америки, они выработали к этому ироничное отношение. То есть они рассказывают там о, предположим, связях, так сказать, да, однополых. Они признают, да, это есть, но вопрос, как к этому относиться. Наше отношение такое, да, мы как бы, мы иронизируем по этому поводу. Вот мне кажется, что нам сейчас не хватает такого умного отношения к разного рода заблуждениям. Я, когда придумываю какую-то ситуацию, работаю сценаристом, креативным продюсером, мне нравится высмеять это. Да? Моя позиция, она немножко надо. Потому что я уверен, что у большинства умных представителей российского нашего народа, обширного, совершенно разнообразного, именно такое отношение. И это правильно. Вот мое мнение такое. Нужно к этому выработать правильное отношение. Оно ироничное. А тенденции, они, как сказать, закономерные, и они двигаются без нашего... Ситуация движется без нашего вмешательства. Вперед!